Брайан Жубер. 9 чемпионатов Европы за плечами Жубера, а ему всего ведь 25. И с каждого Жубер привозил какую-то медаль. 3 золота у него, 2 серебра и 4 бронзы. Четвертая бронза получена в минувший четверг. Вернулся Брайан Жубер к своему тренеру Лорану Дюпюи, под руководством которого достиг первых успехов, а до этого тренировался у Жана Кристофа Симона. Много было заявлений, чрезвычайно смелых, самонадеянных со стороны Жубера до начала чемпионата, о том, что он безусловный фаворит, что он наверняка выиграет, но турнир показал, что не все так просто. И с психологической, прежде всего, подготовкой у Брайана проблемы. Когда он чувствует, что рядом с ним в одной разминке катается Евгений Плющенко, Жубер начинает буквально дрожать и не показывает то, на что способен. Доказательством стало его выступление здесь, в произвольной программе. Но впереди Олимпиада, а это совсем другой старт. Все начнется с чистого листа. Брайан выбрал вот этот силовой атлетичный стиль катания. Нравится он не всем, кому-то да, кому-то нет. Но у Брайана не отнять того, что он фанатично предан фигурному катанию и что он очень мужественный человек. В конце ноября, представляете себе, разрезал ступню коньком, выполняя прыжок. Страшно, страшно даже представить себе, а не то, что это пережить. Но смог в кратчайшие сроки восстановиться, подготовиться к чемпионату Европы. Здесь, конечно, он был не так хорош, как прежние, может быть, годы, когда побеждал, но к Олимпиаде наберет, я думаю, хорошую форму и будет одним из главных претендентов на высокие места. Брайан Жубер.